Итак, народ, всех приветствую на канале «Занимательное музло». Ну что, наша великолепная рубрика «Строим студию в лесу» продолжается. За камерой, как всегда, Стас. Мы сегодня будем обшивать стены. Я там уже теплоизоляцию наложил, поклал, ложим, кладем. Вот, и сегодня осталось только вот этими ОСБшечками зашить стены. И все, в принципе, и скоро будет. Ну, поставим еще окошечко, и уже можно начинать играть. Правда, достаточно еще барабаны будет собирать электронные. Тоже, наверное, в рубрику это войдет, да? Ну, я же сказал в тот раз, что отдельный видосик будет на эту тему. Ладно, все. Магия монтажа, мы появляемся сверху. Ну что, мы наверху. Вот мы со Стасом затащили эти панели USB. Охренели немножечко, вот отдышались. И, собственно говоря, сейчас будем их прикручивать. И, кстати, вот техноплекс, как я говорил, я уже прикрутил. И, кстати, очень кайфово здесь теперь стало прям приятненько. Он Стас подтвердит, потому что на улице прям лютая жара. На солнце где-то около 30-ника. Да, крыша нагрелась просто люто-бешено. То есть у нас есть здесь чистые участки, ну, где... Ну вот здесь, вот с этой стороны, да, то есть там, если дотронуться до крыши, она прям кипяток кипятком. Дотронуться невозможно. Или вон там. А техноплекс, он даже не нагрелся, он даже не тепленький. И здесь теперь очень приятно, потому что мы когда первый раз здесь крутили пол, мы, конечно, немножечко прихерели. Мы пропотели насквозь тогда. Да, а сейчас здесь очень-очень приятно. И это дико кайфово. Ну что, давай крутить с тобой панельки. Давай. Подняли со Стасом эту доску, сейчас подержали сразу. Прикрутили. Но процесс, конечно, несложный, но физически. Физически тяжеловатый. Вот поставили, прикрутили, и вроде даже не криво. Глазомер. Это вам не на гитаре тиликать. Да? Угу. Упирается. Ну что, вот в принципе мы закончили часть стен уже делать. Все сделали. Поверху, понизу все прошили везде. Уголочки зафигачили. В общем, основная часть уже сделана. В следующий раз будем ставить там окно. И уже когда поставим окно, будем зашивать остальную часть, вот эту вот фасадную. Ну и я думаю, что, наверное, надо будет еще докупить ОСБшечек и проложить ровненький пол, который потом уже сверху настелим линолеумом, наверное. И, в принципе, останется только потолок доделать, и все готово. И дальше дело только за Стасом и за его электронкой. И переезжаем сюда и начинаем репать. Как раз у нас еще месяца два остается на все это дело. Но там еще, если в сентябре у нас тур будет, в сентябре-октябре. Куда денется? Конечно, будет. Да. Надо уже договариваться с организаторами, с клубами, а мы еще даже не чесались по этому поводу. Но вот я вот почесался только что. Я тоже, у меня просто не видно. В общем, как-то так. И я думаю, что уже совсем скоро все будет здесь готово. Но мы сейчас идем кушать мясо. Я думаю, тоже там кто-нибудь снимем для вас. Майнкрафт. Лёха завел стрим по Майнкрафту, пацаны. Я создал. Крошит уголь. Все. Так, пацан сзади. Попадешь. Так, все, мы с пивком, потому что мы все сделали, что планировали сегодня, и поели. Всем спасибо, увидимся на стриме во вторник. Пока, ваше здоровье.
Вот, мы на крыше, мы перетащили полностью. Все звонят. Да сейчас отзвонятся и продолжим тогда. Звук мешает. А вдруг это важный звонок? Только залез. Я не остановил запись, ты прям так и оставь. Вдруг это с лейбла звонили? Нет, это мама звонила.